Сливовая габа, лишань, гамк-чай из ассортимента чайного клуба «Дом чая», Москва. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Сливово-сладкий. Нота сладкая слива. Нота достаточно сильная. Курага – сильная нота. Сухофрукты – средней силой нота. Чернослив, средней силой нота. Вяленое яблоко, слабая нота. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 80% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 90% от нормы. Четвертый пролив 70% от нормы. Пятый пролив 40% от нормы. Прозрачный настой с небольшим осадком в мелкой фракции. При использовании чихая сито нужно не будет. Вкус заваренного чая легкий, сливово-сухофруктовый. Сладкий вкус с фоновой сладкой кислинкой. Кислинка ярко проявляется уже в послевкусии, дополняя сливово-сухофруктовую тему. Чай одновременно слегка бодрит голову и расслабляет тело. За чаем также замечен легкий, деликатный прогрев. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.